Отец Никиты Ивакина погиб при исполнении служебных обязанностей в 2005 году. Молодой человек решил продолжить дело отца и поступил в кадетский корпус в 2014 году. Сейчас он мечтает продолжить обучение в Краснодарском университете МВД России и связать жизнь со службой в ГИБДД. Выпускник ставит перед собой самые амбициозные цели. Наверное, как все мальчишки, мечтаю стать генералом, но хотя бы до полковника дослужиться, там уже видно будет, что по жизни, куда идти. В кадетском корпусе учится и сын Анны Гордеевой. Женщина во всем поддерживает своего ребенка. В этот день она пришла на встречу с депутатом Госдумы одна. Ее сын Кирилл получил травму на соревнованиях по легкой атлетике и не смог задать вопросы парламентарию. Учебным заведением Анна довольна. Говорит, выпускники кадетского корпуса смогут претендовать на поступление в лучшие вузы страны. Естественно, есть амбиции на Москву. Вот. Нижегородская академия МВД, экономическая безопасность, то есть это уже выбрано. Учится он отлично. Одним из инициаторов создания кадетского корпуса в Самаре стал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он рассказал ребятам о российских вузах в системе Министерства внутренних дел. Отношение мое к кадетке, к тем, кто учится здесь, такое же, какое, наверное, должно быть и любого родителя к своим детям. Мне не безразлично, как сложится судьба у этих ребят, которые 5,5 лет назад впервые прошагали здесь на плацу уже в далеком 2014 году. Первые выпускники кадетского корпуса, а это 43 человека в большинстве своем, решили поступить в вузы МВД. Пятеро планируют пойти по военной стезе. Анатолий Головко, Григорий Плешаков, события.